все приостанавливается, и то, что работало раньше, больше не работает. Это касается и стихов, и музыки, и рисунка, и чего только это не касается. В общем, да. И не только творчество. Да, да, кстати, и не только творчество. У каждого человека есть потребность в творчестве, даже если не творческая деятельность. Поэтому мы предлагаем немножко творчества привнести в свою жизнь через легкие практики. Практики рисования, пения, быть может, да, движения, погружения в себя, поиск. Вернее, даже не поиск. Сейчас я подумаю. Вырежем, да? Да, вырежем. Открытие, что ли, внутреннего творческого источника, который есть у всех абсолютно. Со своей стороны хочу сказать, да, за художественную часть, что есть такой стереотип, что ну, у многих я не умею рисовать. Так часто встречаю такие фразы людей. Я не умею рисовать, да? Но вот могу сказать точно, что рисовать умеют все. И как раз вот это мероприятие покажет, выявит ваши способности рисовать и еще как рисовать. Точно так же и петь умеют все. Да. В общем, мы ждем вас 15 апреля в субботу в 4 часа дня. Здесь все будет. Будет чаек, будут краски. Кстати, чем мы будем рисовать? Да. По поводу, чем мы будем рисовать, что мы будем рисовать. Что мы будем рисовать, не буду говорить, хотя была сюрприз. Была сначала идея рассказать, но немножко так коснусь. У нас будет разминка интересная. Рисовальная, музыкальная, двигательная, дыхательная. И еще что-нибудь придумаем. Может быть, что-то родится спонтанно. Я уверена, что родится. По поводу материала, да. Здесь не будем ограничивать себя. Вот все, что я смогу, все, что у меня есть, и, может быть, что-то еще, я принесу. И дальше тут вы уже будете выбирать, что вам ближе в данный момент. Может быть, что-то новенькое вы попробуете из материалов увидеть, да? Может быть, это будет вообще такой микс материалов. А от меня вдохновляющая музыка и немного импровизации. И, может быть, я вас тоже приглашу, чтобы поимпровизировать вместе. В общем, ждем. Всех ждем. До встречи. До встречи.